наши мужчины трудятся. Тебя поймало, что ли? Да. Забор купили. Работу купили. Купили себе работу. Чтобы веселиться, да? Чтобы веселиться, правильно, Саша? Поздороваемся. Всем привет. Купили вот такой забор. На одну сторону только взяли. Елочки будем убирать, цупрессы вот эти. И на эту сторону будем все. Вот эту сторону пока мы оставим, не будем. Это последняя. Последняя? Убери там, пожалуйста. Это самое. Эти. Сейчас покрывало и все это покрывало, убрать. Да? Все. Иду убирать. Такой у нас забор. Саша сейчас вот эти еще поставит. Саша, вот с этой стороны ставь их лучше. Или вон туда вдоль, потому что сегодня приедут внучки, и они будут бегать и могут споткнуться. Слышишь? Я довольна. Теперь время найти, чтобы это все надо выкапывать. Ну, главное, купили. Вот столько вкусняшек я приготовила. Здесь у нас салатики, ну, огурчики, помидорчики, картошечка, конечно же. Рулетики 2 штучки. Потом овощи я сделала. Мы очень любим так вот овощи запечь. И там еще у нас тортики будут. В общем, немножко салатов мы уже поставили. Гречка с мяском. Уточка. Там еще одна уточка. В общем, вот столько вкусняшек у нас было. Так чуть-чуть посидим. И погода у нас хорошая, поэтому мы все поставили на стол. Что-то мы посчитали, все свои вроде, а нас почему-то оказалось 16 человек, но только все свои, только детки и внучки. Ну, еще сестренка с племяшками, конечно, мамочка. Бегите. Вот такое маленькое видео у меня сегодня получилось. Кому понравилось, не забываем ставить пальчики вверх и подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!